Всем привет! Сейчас будет обзор на октябрьскую коробочку от Glossy Box. Такая вот она вся красивая. Вообще я заметила, что каждая коробочка от Glossy Box, она по-разному оформлена. И это, кстати, логотип самой Glossy Box. И что было в этой коробочке? Как предыдущая, здесь, как всегда, что будет в следующей коробочке? Это такой карандаш, его цена 11 паундов, и он будет в следующей коробочке. И, как всегда, их логотип. Вот он. Все так красиво в розовой баночке. В розовый такой оформлено. Ну и сами продукты. Сейчас я их всех покажу. Так. Начну. Так. Начну по порядке. По порядку. Значит... что тут? В предыдущей коробочке за сентябрь давалась такая брошюрка и говорилось о том, что в этой коробочке в октябрьской будет полная версия такой увлажняющей крем-маски от фирмы Nuxe. И вот как они и обещали, полная версия такой крем-маски от Nuxe. Так вот она выглядит. 24 часа увлажнения для лица и глаз, для всех типов кожи. 50 миллилитров. Так, вот так выглядит сама маска. Вот она. На вид она вот такая, как крем такой. Особо ничем не пахнет. И если вы знаете или не знаете, то фирма Nuxe – это французский бренд. Он основан в 1957 году. Вот так поближе поставлю. И по словам самих основателей этой марки, ее наименование происходит от слов Nature и люкс. Вот. Nature – природа. И люкс – это люкс, конечно же. То есть, что само за себя говорит. Продукты реализуются в основном через аптечные сети. То есть, в основном их можно купить в аптеках. И... президент самой компании Nuxe, это Джейбс, это женщина, да, Ализа Джейбс, она увлечена фито- и ароматерапией. И 80% ингредиентов имеют природное происхождение в этой марке. У нее несколько линий. Это для жирной и комбинированной кожи, для глубоких морщин, для деликатного увлажнения, для кожи после 40, также для кожи, у кого первые мимические морщинки, это после 25 лет. Потом также линия для клеток кожи, для пигментов возрастных, также защита и воздействие окружающей среды. Для чувствительной кожи, кстати, для серии чувствительной кожи, она основана на меде и воске. И очищение кожи с лепестками роз. Эта маска
Вот такая она. Пахнет так травами. Очень, кстати, приятно травками пахнет. И она, эта маска, она находится в пластиковом тюбике. И срок использования после открытия это 6 месяцев, потому что все-таки натуральные здесь продукты. И так, и как я уже говорила, что здесь такой цветочный травяной аромат. Консистенция, как вы видели, легкого крема. И от самого производителя он заявляет, что маска интенсивно увлажняет даже самую обезвоженную кожу. И эту маску можно также наносить на область вокруг глаз, так как она натуральная. Ну и применение, как обычно, нанести на кожу лица, на контур глаз на 10 минут. И остатки распределить по коже до полного впитывания. После этого смыть эту маску. Она должна интенсивно увлажнить. Также она содержит 90% ингредиентов природного происхождения. Не содержит искусственных красителей, без ароматизаторов. И стоит она 19,50, полная версия. Ну, попробую. Посмотрю, ну, пахнет. Кстати, очень так приятно, такие цветочный такой, легкий цветочный такой травяной аромат. Очень, кстати, приятно пахнет. Я не знаю, вся серия от Nuxe так пахнет или же только вот эта маска. Следующее, что было, это у нас такая тушь от So Susan. Не знаю, не пробовала ни разу эту тушь. Сейчас покажу, какая кисточка. Сейчас вот открою ее. Стоит она, кстати, 14 паундов 95 пенсов. То есть 14,95. Тут такая птичка красивая очень. И сама кисточка выглядит вот так. Очень, ну так, не то что приятно, но нормально пахнет. Не химозно, по крайней мере. Так, ну попробую эту тушь и расскажу свои впечатления. Следующее, что в этой коробочке, это от Rimmel BB крем с SPF 15. У меня это мини-версия, 8 миллилитров. В светлом оттенке. Так, где-то я тут видела оттенок. Не знаю, где тут оттенок. А, light, вот он. В светлом оттенке. Это такой 2 в 1 крем. Ну, здесь даже написано 9 в 1. Ну, вообще, вы знаете, что такое BB-крем. Выглядит он... Ой, я уже занула. Вот так. Сейчас попробую его нанести. Вот этот искусственный свет. Попробую посмотреть. Может, так будет лучше. Не знаю даже, как лучше, если честно. Вот так он выглядит при искусственном свете. Я сейчас покажу, как он выглядит при дневном свете. Ну, так как это
светлый оттенок. Вот я его размазала. Ну, хорошо распределяется он, я бы сказала. Кстати, хорошо цвет подходит. Вот даже не видно, где тут все эти. Вообще его особо не видно. Если честно, он, наверное, он очень такой легкий. Он, наверное, столько самое-самое такое покроет. Что-то вот легенькое. Так легенько покроет. Ну, неплохо. Если вот просто как такое легкая тональная основа, совсем такая легкая. Очень даже ничего. Все-таки она так как-то выровняла кожу. Ничего. Такой BB-крем. Это масс-маркет неплохой. Я бы сказала, вот сейчас как смотрю. Я не знаю, как на коже лица будет. Но на руке очень даже ничего. Но вам не видно будет все равно. Вот. Вот эта половина с кремом. Вторая половина без. Все-таки вот тут такая более выровненная и красивее выглядит. Это этот BB-крем. Следующее это гамаш от Estée Belle. У меня это 15 миллилитров мини-версия. И эта фирма Estée Belle, это немецкая компания. Она основана в 1982 году. Это профессиональная косметика. И в процедуру косметических средств включены активные ингредиенты натурального происхождения. И главное для Estée Belle это создание высококачественных, действенных и безопасных косметических продуктов. Ну и все средства соответствуют фармацевтическим требованиям. То есть, как я уже сказала, это профессиональная косметика. И я ничего не пробовала с этой серии. Ну вот в данный момент у меня это пилинг для губ с антивозрастным эффектом. Выглядит он вот так. Вот такой. Ну, пахнет, кстати, очень похоже на этот цветочный такой. Чувствуются такие мелкие скрабинки. Я не знаю, их, наверное, видно, да? Они такие видно все-таки их. Частички скрабирующие. Тоже такой, как кремовый. И у меня тоже складывается ощущение, что она такая грубая. Скрабирующие. Кстати, скрабирующие вот эти частички. Но вообще пахнет приятно. Очень приятно пахнет. Может, средство и неплохое. Все-таки скраб, я считаю, все равно он должен чувствоваться. Может быть, не так там сильно, чтобы травмировать кожу, но чувствоваться должен. Тем более, это скраб для губ. Ну и, как я уже сказала, пахнет приятно. Может быть, и неплохой скраб для губ. Попробую, расскажу. И последних два продукта. Это один из них, это у меня лак для ногтей. Вы уже, наверное, видели. Вот он у меня накрашен. Такие зеленка такая. В цвет коробочки, кстати. Это английская фирма Seat. С таким вот. Британская фирма с таким вот их оригинальным бантиком. У них все лаки с такими бантиками. И стоит он 9 паунов. Кстати, вот это стоит... Вот я даже не посмотрела, сколько это стоит. Так, ну а вот, ой, вот это Seat лаки, у них стоит 9 паундов, но здесь много миллилитров, здесь все-таки 13,5 миллилитров, это много, у меня цвет PP040, ой, PP060, такой зеленый цвет, такой вот он прям зеленка цвет, можно другие цвета, там очень много на их официальном сайте цветов. Тут, ну вот есть их официальный сайт. Вот он. В принципе, название вот sia.co.uk. Ой, вот теперь у меня после всех этих кремов руки скользят. Вот.
такая кисточка. Вот колпачок, если видно, очень длинный, а сама вот эта маленькая. И, ну, кисточка обыкновенная, средних размеров. Лак, кстати, мне понравился. У меня вот на ногтях это уже третий день, с учетом того, что я вчера мылась.